Концерт прошел под лозунгом «Медицина как искусство». Люди в белых халатах собрались в одном зале, чтобы поздравить друг друга и увидеться с коллегами в уютной обстановке. В этом году мероприятие прошло в необычном формате. Лучшие специалисты удостоились премии «Призвание 2019». Врачи, как голливудские звезды, поднимались на сцену за свои заслуженные и почетные награды. Первые призы победителям вручили министр здравоохранения Марат Садыков и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Я абсолютно уверен, когда мы в единой команде вместе с вами, мы реализуем все те задачи, которые поставлены перед нами руководством республики, руководством страны. Потому что мы единая команда, потому что вы пример гуманизма, человечности, милосердия. Вам огромное спасибо. В рамках профессионального праздника слова особой признательности, особой благодарности я хотел бы выразить в адрес наших уважаемых ветеранов. Именно вы, дорогие ветераны, стояли у истоков развития Нижнекамского здравоохранения. И именно вы заложили традиции профессионализма, инноваторства, гуманизма и ответственности за каждого пациента. Традиции, которые сегодня сохраняет и приумножает молодое поколение нижнекамских врачей, нижнекамских медиков. На премии были представлены несколько номинаций. За верность профессии, лучший представитель младшего медицинского персонала, лучший средний медицинский работник и другие. Одна из награжденных – Ганицева Зухра Ханафиевна. Профессии медика она верна вот уже 40 лет. Работаю с 79 года, а именно в этой профессии я с 1991 года. Рентген-лаборант. И по сей день езжу по селам. Столько эмоций, радости, значит, как бы сказать, я заслуживаю, работаю, и я как бы отдаю всю себя работе, вся в работе. Никогда не жалуюсь, что это тяжело, мне нравится с людьми, именно вот работать с людьми. Каждому победителю вручили почетную грамоту, цветы, денежную премию и путевку в санаторий-профилакторий Шифалы. Особенный подарок сделали молодым специалистам. Подарили ключи от квартиры. Новыми квадратными метрами обзавелись 16 медиков. Ну, врачом я начала работать с сентября месяца, а сюда я приехала только в апреле. Вот. А по ощущениям, ну, не знаю, что по ощущениям. Сложно, конечно, но когда вижу детей, все сложности улетучиваются. Сегодня нам на церемонии вручили ключи от арендной квартиры. Квартиры будут у нас на Корабельной 52. Посмотрела по фотографиям, очень красивые квартиры, новенькие. Вот, конечно, эмоции переполняют. Поздравляли людей в белых халатах, камерный оркестр, танцевальные коллективы и певцы. Особым душевным моментом стала песня, под которую вспомнили специалистов, которых уже нет с нами. На протяжении 2 минут зал слушал стоя. Уходите, вот что-то вы часто уходите. Назад не вернетесь, лишь память и память твою. Регина Нурмухаметова, Айслу Хафизова, Лисан Саитова, Н-Медиа.